Друзья, вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Сегодня буду готовить супер легкий салат из капусты с растительным маслом с добавлением огурчиков. Нам понадобится растительное масло. Вот у меня такое растительное масло. Нерафинированное. Понадобится капусточка. Капусточку я уже мелко порезала. Пошинковала вот такой тоненькой соломочкой. Складываем в нашу чашечку капусточку. Теперь нам нужно добавить огурчики. Огурчики я порезала такими мелкими полукольцами. Складываем огурчики. Огурчики у меня сочные, вкусные, с этого года. Теперь нам нужно все перемешать. Добавить еще немножко капусточки. Вот такой вот у меня сегодня салатик. Супер вкусный витаминный салатик. Добавляю капусту. Смешиваю капусту с огурчиками. И теперь нам нужно добавить растительное масло. Вот такое у меня масло. Нерафинированное. Вот такой вот супер легкий салатик я готовлю с утра. Салатик наш готов. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.